Начать 2017 год я хотел бы с очень горячих гайдов, топовых гайдов, а перед тем, как их начать, безусловно, хочу поздравить вас с наступившим. Всем пожелать всего хорошего, пожелать добра, радости, удачи и в очередной раз сказать спасибо, ребята, то, что вы смотрите мои видосы и подписаны на мой канал. Вам вообще поцелуйчики. Итак, для того, чтобы вторгнуться к хосту, будучи красным фантомом, и прийти к нему на босс-файт, отдав привет из 2007-го, будучи в 2017-м, вам понадобится несколько вещей. Первое. Катализатор любых чудес. Это может быть колокольчик, медальончик или, если вы извращенец, канделябр, это не важно. В слоте заклинания у вас должны быть использованы чудеса, требующие для их использования веру. Самое простое в этом плане заклинание – это помощь в лечении, так как оно требует мизерное количество веры для его использования. Также нам потребуется красное око. Если вы не знаете, как добыть красное око в 2017 году, играя в Dark Souls, то для вас сверху вот сейчас всплывает аннотация. Если вы знали, как выбить красное око, то мы продолжаем. После того, как у вас в наличии есть катализатор заклинания «Красное око», вам потребуется наличие в вашем слоте ковенанта, собственно говоря, ковенант мародеров. Если вы в 2017 году до сих пор не знаете, как попасть в ковенант мародеров, то аннотация тоже есть сверху. Собственно, и все. Все вещи, необходимые для осуществления вашей злой мечты, у вас присутствуют. Как же, собственно говоря, вторгнуться на босс-файт к хосту? Итак, любые чудеса, в нашем случае помощь в лечении, кастующиеся медальончиком, колокольчиком или же канделябром, вы устанавливаете, назовем так, в себя. Катализатор в левую руку, заклинание в слот использования. В нижние слоты использования вы ставите такие предметы, как я уже назвал ранее, а именно красное око и, сейчас внимание, знак тьмы. Это три элемента, которые вам обязательно понадобятся для того, чтобы осуществить вторжение на босс-файт. Итак, надеваете ковенант мародеров и делаете те действия, которые я вам показываю на экране. Используете красное око и ищете мир для вторжения. Как только мир для вторжения был найден, вы применяете знак тьмы. Сразу после применения знака тьмы, который, кстати, не применится и проиграет анимацию того, что знак тьмы не может быть использован в данный момент, вы используете заклинание «Помощь в лечении», в нашем случае, с помощью катализатора в левой руке. И после использования помощи в лечении вы используете, в нашем же случае, эстус. В вашем случае это может быть любой предмет, используемый на себя. Здесь работает подобная механика, которая работала в прошлом видеоролике о том, как забафать любое оружие босса. Еще раз повторяюсь, как работает эта схема. Используете красное око, находите мир для вторжения, используете знак тьмы, используете хил и используете эстус. Если вы сделали все правильно, в нижнем правом углу ваш счетчик душ аннулируется, и при попадании, если, конечно, сервера Dark Souls разрешат вам попасть в мир хоста, вы сможете зайти с ним на босс-файт. Почему я сказал, что сервера Dark Souls могут не разрешить вам попасть в мир хоста? Тут нет никаких особо занимательных ограничений, запретов и прочих. Здесь просто идет речь о том, что сервера Dark Souls действительно очень плохо работают, и хрен ты с кем нормально сконнектишься за первую и вторую попытку. Вот о чем идет речь. Итак, если вы использовали махинацию, которая была озвучена пару секунд назад, то вы сможете войти на босс-файт к хосту, будучи враждебным фантомом, если вы, конечно же, сможете до него добраться. Хочу отметить, что наличие ковенанта мародеров допускает тот факт, что урон от мобов, боссов также наносится и вам. Но я думаю, азарт и челлендж, который вы донесете хосту, вас интересует больше, нежели чем получить урона от какого-нибудь там босса или умереть. Собственно, это все. Красное око, знак тьмы, заклинание на веру с помощью любого катализатора для веры и любой предмет, который вы сможете применить на себя. Хочу отметить, что эффект эстуса, если вы будете использовать эстус, не будет на вас как-то влиять, и эстус не потратится. Если вы не понимаете, о чем идет речь, посмотрите видеоролик, который выплывает сейчас в аннотации. Там я все подробно рассказал по поводу того, как работает свап предметов в Dark Souls 3. Пожалуйста, подписывайтесь на все ресурсы,
ресурсы, которые приведены в описании видеоролика и в шапке канала. Короче, все прекрасно сами знаете, ребята. С вами был Over9K5000 с 2017 годом. Пусть он будет лучше, чем 2016. До новых встреч. И это должно снизить количество вторгающихся красных фантомов, но, к сожалению, не особо. Эти говнари все так же мешают любителям ПВЕ и коопа. И, к сожалению, тут даже нет чата, чтобы рассказать про ночи, проведенные с их матерями. Предлагаю, когда видите такого, просто делайте вот так. Проигрыш вам не засчитывают, и души с человечностью останутся на месте. Connection error. The glitches aren't the only thing that makes it so this game is broken. Well, that sucked.